Всем привет! В сегодняшнем видео мы продолжим войну гильдий. Итак, приступим. Заключительная война на этой неделе, так как суббота. Воюем мы с Наргас Тим. Не знаю, что это означает. Испанцы, возможно, Нарго. Так, хотя, судя по фото, вряд ли испанцы. Ну, давайте начнем, думаю, с плюс 3. Угу. Так. Начну я с самой, так скажем, легкой для меня, для того, чтобы меньше потерять монстров и иметь возможность воевать дальше. Ну, думаю, начнем с вот этих. Лидерка на скорость атаки. Итак, кого мы здесь возьмем? Во вторую я возьму какую-то там танковую пати, хотя я думаю, в первый вариант заедет для меня хорошо. Хлоя потанкует, надеюсь, потанкует. Пассивка у него мешающая, конечно. Итак, приступим. А во вторую пати мы возьмем, думаю, кого-кого. Мы тех, кто выдержит этот урон, который, даже если нанесет Валька, то он не будет столь огромным. И кого же еще, чтобы Мишка мой танковал. Нужно еще кого-то из огненных взять. Вот я думаю взять кого, Вардехайля или Баретку. Ну, возьмем, хотя нет, возьмем ведро. Итак, приступим. Надеюсь, выиграем мы эту битву и задержимся в Рубине. Так как Рубин мы уже держим. Достаточно медленная пачка оказалась. Скорость, лидерка точнее, не помогла. Надеюсь, убьем мы Окульту. О, не прошел крит. О, все три удара. Не повезло, конечно. Продолжим мы с Окульты. Сейчас она, наверное, восстановит всех. Нет, не захотела. Постеснялась. Да, не лучший ниндзя Сусана. Перевел же кто-то его на 6 звезд. Не видел я достойного противника. Так, ох, было больно. И так ни разу не ударил Мишку. Потеряем мы, наверное, огненного эфрита. Итак, что мы здесь сделаем? Даже не знаю. Так как эфрит умрет после хода, скорее всего, Хлоя добьет. Поэтому придется мне бить на бум. Ну да. Нет, живая. Живой, точнее. Ну, вот и пришел конец. Так, я думаю, добьем мы водяного. Тайрона. Да, умер. Второй по счету будет Валька, Катька. Думаю, лучше кинуть щит. Не лучшее начало, конечно, потеряли Тессариона. С такой Хлоей можно играться долго. Ну вот, отхилилась, сейчас кинет, скорее всего, щит. Нет, так. Думаю, добью через ведро. Да, не так хватило. Опять тормозит, он мне не помолился богам интернета.
следующая атака. Еще кто-то со мной атаковал. Ничья. Хироши. Гуилетти. Так, будет он, наверное, вторая пачка достаточно быстрая. А первый мы атакуем, наверное, да, через стандарт, так как выбор у меня. Давайте оставим все-таки на потом. И атакуем вот эту пачку. Итак. На второй состав у меня выбор небольшой. Будем действовать, я думаю, так. А точнее поменяем местами. Как минимум поменяем местами. Здесь я использую Баретту. Опять же медведя. И кого-кого еще можно. Мой Вигорь заедет во второй пати. Возьмем ветро. Да. Так, а сюда. Возьмем Вигоря. И кого бы еще? Кого бы еще, чтоб не шотнул? У нас Арнольд. Арнольдик, так. Может взять Тайрона или Верада. Угу. Либо взять Белку. Белка у меня, по-моему, быстрее, да. Быстрее, чем под раскол. Можно достаточно сильно ударить. Да, думаю, так прокатит. Поехали. Все кинет атаку сейчас часом. Ну вот. Благо повезло, Валька не начала с третьего скилла. Так, думаю, сейчас шотну Вальку. Да. Это уже, конечно, идеальный расклад, так как танковать будет медведь. Параллельно будем сливать Хлою, так как сейчас сделает баланс часом. Он, думаю, не жилец. Добиваем Хлою. Второй раунд. Итак, начнем, думаю, с Веромоса. Угу. Так, так, так. Ну, Вигорь, давай покажи, на что ты способен. Ну, фактически, был бы еще один крит, добило бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень больно Белке. И, скорее всего, она сейчас умрет. Уже чуть-чуть попроще будет. Снимаем крест. Я так понимаю, Арнольд нацелил на Белку, так как у него меньше всего хп. Ну, свой третий скилл он уже проюзал, и я надеюсь, он его больше не использует. Итак, понеслась. Ни одного крита. 60% крита. И не нанести ни одного крита, да, конечно, рандом, штука злая. И крест не повесил. Угу. В Деспайре наш Арнольд. Так, я думал, умрет.
попробуем кинуть Роску и через него ударить. Ну вот, конечная. Вот, 3 удара по 8500, ну, неплохо. Ох уж этот интернет. Ну и заключительная атака. Вот здесь мне первая пачка. Достаточно страшная. Хотя, думаю, против первой, кого же я использую. Вариантов-то у меня тоже немного. Умер, к сожалению, Тесарион. Во второй пати я планирую, скорее всего, через Вальку или первую атаковать. Так, во вторую, да, будем атаковать через тетю Валю. А первое нужно подумать. Итак, к примеру, вот так и вот так. Будет запрет, будет подхил. Хотя одного подхила может не хватить против двух. Кого бы нам взять? Взять Часун. Часун плохо одета. Угу. Да и медведю танковать некого. Можно, можно взять. Тоже белку. Да, почему бы и нет. По-моему, это единственный мой лучший вариант. Так как никого другого. Здесь не подберешь Ахман. Нет, думаю, лучший раскол. Так, поехали. Надеюсь, моя Хлоя быстрее, чем пират во второй пати. По той же системе постараемся снести Рамоса. Итак. Ну, красавчик, но чересчур мало хп. Сейчас белка полечит всех. Так, что же делать, что же делать? Ну, не повезло. Сейчас можно проиграть. По сути дела, чей первый Веромос умрет, того и победа. Почему ж ты не снял раскол? Да, здесь, конечно, больше стан ляжет. Итак, что мы сделаем, я думаю. Нет, все-таки. И вот сейчас через Викория ударим. Я думаю, мы легко. Хотя. Нет, добьем так. Следующая будет белка. Хочу эти же руны одеть на Эшира, если он у меня, конечно же, когда-нибудь будет. И он будет выдавать в разы больше, так как у него 4 атаки в раскол. Он будет давать, дай боже. Так, первый раунд. Победа. О, пират быстрый. Идеальный расклад, вы видите.
Валька на таком этапе жжет. Ну вот и победа. Три победы. Хороший результат. Я думаю, гильдия добьет остальных, так как осталось всего лишь там 17-16%. Да-да, еще большая часть не ходила, даже половина. Всем спасибо за просмотр данного видео. Выложу подобное видео чуть позже. Всем спасибо, удачи и побед вам на ГВ. Пока.